Привитос, амигос! Многие до сих пор не могут забыть, как же классно разработчики War Thunder троллили World of Tanks, запустив на 1 апреля режим боев на надувных танках со здоровьем и стрельбой, картошками и морковками. Пожалуй, это был самый удачный геймплей в War Thunder. Шутка, шутка, не бомбите, успокойтесь. Спору нет, подъебка вышла знатная. И вот теперь уже разработчики Armored Warfare решили потроллить этого спящего медведя по имени World of Tanks. Да что уж там спящего, впавшего в летаргический сон, в котором они видят красочные сны о газовых атаках, танках всех стран мира, физике, разрушаемости и о танковой киберспортивной дисциплине на Олимпийских играх. По трассе сыпка, китайская машинка, китайский в чашке плещется чай. На куртке, на рубашке и на гламурной пряжке найдете надпись «Made in Китай». Да. По-грубому хотите, купите истребитель, 100 миллионов индополос. И он садится и взлетает, и сделан он в Китае, хотя на русский осень, осень похож. Ну а если вы только-только выросли из Майнкрафта и не понимаете, а в чем тут собственно троллинг, поясню. Дело в том, что Type 59 это, наверное, самая продаваемая премиумная машина за всю историю World of Tanks. Даже в моем базаре нет красивом праздничном ангаре до сих пор сиротливо стоит и мерзнет этот легендарный танк. Я до сих пор помню тот день, когда мы с другом купили себе по Type 59 и как ровно через неделю его порезали. Дело в том, что машина была так хороша и так классно фармила, что в рандомных боях команды стали состоять из них больше, чем наполовину. После нерфа количество этих машин в рандоме, конечно же, поубавилось, но люди все равно продолжали яростно скупать китайцев, предпочитая их левым, пятым КВ с картонной сиськой. И даже Супер Першинг, на которого возложили торжественную миссию конкуренции с этой машиной, не смог выдавить ее с рынка. После чего разработчики пошли на крайние меры и выпилили этот танк из продажи вовсе. Сейчас Type 59 можно получить только благодаря различным конкурсам или акциям. Эхо от поднявшегося вайна не утихает до сих пор. Ну и теперь, получив эту информацию, оцените хитрожопость хода разработчиков Armored Warfare, которые раздают этот самый танк бесплатно всем игрокам. Собственно, сравнению этих самых двух китайцев и будет посвящено это видео. Итак, в Armored Warfare Type 59 предстоит бодаться с такими машинами, как Leopard 1, М60 и Т-62, помимо, очевидно, огромнейшей толпы других китайцев, естественно. Глядя в эти таблицы, уже видно, что по каждому из параметров кому-то китаец да проигрывает. Разве что по времени перезарядки и здоровью он уделывает Т-62, ибо у того нету слота на оборудование защиты. По дамагу он проигрывает вообще всем, а вот по пробиваемости он неожиданно делает М60-го, вот это поворот. А, нет, это косяк таблицы. Скорость, в общем-то, у него как у большинства, разгон как у сарая, все на месте. В общем и целом, китаец незначительно проигрывает своим потенциальным противникам. Противниками картофельного китайца из тех же стран являются Т-44, Пантера 2 и М-26 Першинг. И поскольку по здоровью он идет с ними вровень, давайте сразу перейдем к основным параметрам. По скорострельности проигрывает, по пробитию слегка проигрывает, по дамагу двух из трех даже победил. Таким образом, китаец в картошке уверенно конкурирует с машинами старше себя на 15 лет. Ну что ж, достойно, достойно. А теперь сравним двух китайцев друг с другом. Практически по всем статьям арматовец проигрывает оппоненту несколько уринотерапевтических капель, однако делает на 2,5 выстрела в минуту больше. Проанализировав же их противников по боям, могу сказать, что у арматовца противники дамажат сильнее. Ну да и хрен с ним, пора уже от скриншотов перейти, собственно, к боям, понеслась.
картоха сходу подговнила и кинула меня к девяткам. Конечно, после двух или трех, это я даже не помню, сколько уже было нерфов, динамика у китайца уже не та. Однако броня все еще позволяет быть дерзким и кое-как рикошетить от своих, собственно, сверстников по левелу, но никак не от девяток. Девятки, собственно, китайца прострелят в любое место, мне кажется, с вертушки в любые щи. Вот, китаёс начинает набирать скорость, как он уныло теперь ездит. Кто помнит Ололо Раши из китайцев на заре, собственно, времен? Не дадут соврать, как он тогда носился. Это просто китайцы, собравшись в кучу и рашнув любой фланг, навскидку разрывали просто вражескую команду. А нарвавшись на встречный раш таких же китайцев, бой превращался просто, не знаю, в такое месиво, что угара было просто немерено. С тех пор, конечно, геймплей картухи заметно сдал. Кустодрочеров стало больше, за камнем сидеть стали поголовно все. Эх, позади золотые годы. Так, вот, собственно, я вижу уже наш потенциальный клиент. Это приехала сливаться 54-ка, правильно, одобряю. Где у тебя баки? Ну давай, Китай, заряжайся, господи. Китай, кстати, так зовут сына Уилла Смита в фильме... в дерьмовом фильме, короче. Наверное, в самом дерьмовом фильме Уилла Смита. Ну что, еще кто-нибудь хочет Ололо рашнуть? Нет, больше. Больше таких наглецов тут и нету. Не, что-то я очкую туда ехать. Да, да, задом вообще еле ездит, бедный китаец. Слушай, чувак, ты мне дашь проехать или нет? Кстати, попробовать на пробел, что ли, завезли физику? Нет. Не в этот раз. Собственно, какие-то обходные маневры на этой карте, как и на всех, в общем-то, остальных картах, осуществлять возможности нет. Потому что все три направления, как правило, которые есть на каждой карте в этой игре, они всегда все перекрыты. Тут не бывает такого, чтобы кто-то вот что-то бросил. Не, ну конечно бывает, когда великий белорусский рандом наберет стадо из 15 оленей и кинет их в одну из команд. Да что ж ты не едешь-то, гад? Вот, но вообще на большинстве карт все-таки все направления перекрываются. Тем более, что здесь, как в Риме, все дороги ведут к их базе. О, какая встреча. 28 HTC. А, это немецкая предборшиговая корыта. Однако я его не пробил. Интересно. Какая косая стрельба для немецкого орудия. О, вот и борщик. Первым же выстрелом. Пожар на палубе. Пожар на палубе и больше половины здоровья. Давай, до свидания. Очень феноменально. Я не знаю, давно ли ввели в эту игру зажигательный патрон, но это какая-то жопа. ПТ, это о чем говорит? О том, что ПТ-хи продолжают разрывать задницу в этой игре. Ну, а чё? Ждем, дождемся, наверное, когда их тут понерфят. Хотя уже вроде как нерфили. Конгениальный нерф на 100 дамага я еще застал, насколько я помню. Попробуем зайти, собственно, с тыла, что ли. Хотя вон уже двое человек пытаются одолеть эту высоту. Получается у них это слабо. Потому что их 3-4 контролят, что ли, или сзади кто-то. Как сейчас китаец мой носом в землю не зарылся, непонятно. О, там мы окучиваем Т4 Хэви. Китайского земелю. Вон его пердак торчит. Сводись. Да кто? Кто? Вот же муфлон, а? Да, он уехал. Поздравляю. Китаец, конечно, косонький тут, и сводится он нереально долго. Вот раньше он был вообще и летучий, и стрелючий, пробивучий, нагибучий, денег добывучий. А сейчас это просто бледная тень. Да, хрен там тебе плавал. Я же вижу что-то. Куда ты целишься? Куда ты целишься? Куда ты, сука, целишься? Да почему теперь даже америкоса, что ли, в корпус не пробить? Ну все, дожили. Докатились мы к Фудзияме такой-то матери. А, да, понятно.
Зато сам китаец с большим удовольствием, видимо, пробивается куда-то в район башни. Чувак, лучше умереть на вершине, чем скатиться к подножью. Китайская мудрость. Там нашу базу берут, но всем насрать, как обычно. Так, ну сейчас уже они будут давить, я так полагаю. Давай. Встречай их. У тебя хоть башня крепкая высовывала бы, что ли? У китайца только крепкая вера в свою офигенность, по-моему, осталась. Больше ничего. О, да, греби, получи. Ну, давай же. Ну, заряжай. Ай, познай силу китайского пороха. Нашу базу продолжают захватывать. Вереница защитников тянется, тянется. Ой, ты. О, чувак, здорово. Ты откуда вообще взялся-то? Да. Ну, собственно, от 9-го левела и помереть-то не стрёмно. Тем более, что все равно бы он меня, я думаю... Я бы его даже не пробил, потому что... 54-ка все еще крута. Хоть что-то не меняется. Кто-нибудь вообще считал, сколько дамага я нанес? Ибо разработчик, походу, до сих пор не допер, чтобы запилить встроенные моды в свой клиент. До них года 2,5 доходило, что неплохо бы к прицелу прикрутить таймер перезарядки. Чего ж тут говорить о... А, вообще-то, подождите, вообще-то здесь есть, по-моему, этот... Цензура сообщений, дата сообщений, приглашение. Да-да-да, используйте серийный прицел. А может и нету. Икона, маркер, имя, полученный урон. А, ну это он отлетает, но нигде не сохраняется, походу, да? А, кто в курсе, можно ли это включить? Черканите в комментосах, что ли. Я уже даже не помню. Стал бы я тогда модпаки качать, если бы все это в игре было, с другой стороны. Ну, сейчас наших добьют, да глянем. Что у него там? С Днем Победы? Ну да. Но Новый год уже праздновать пора, уже пора снежинки на танк клеить, а у тебя все День Победы. А вот и праздничный салют. Ах, горечь поражения. Сколько я нахреначил-то? Ой, 1357 урона. Господи, позор на мои седины. А где тут посмотреть личное дело? Статистику на танке. Где тут-то было? Тайп 59, 1744 боя. За это время у меня на нем был максимальный опыт. Максимальный урон за бой 5 косарей, 7 фрагов. А средний урон кто-нибудь тут потрудился посчитать? Нанесенный, полученный урон, опыт. Не, до среднего урона они, видимо, тут не снизошли. Аминь. Сейчас есть хороший шанс, в принципе, увидеть, что бывает, когда китайчик попадает в топ, да, потому что бой, судя по левелам, очень даже такой хороший, но их взвод из Е25 как бы намекает, что ловить особо тут будет нечего. Потому что Е25 настолько динамичный гребаный комарик, что просто, я не знаю, и скорострельный, и вертлявый, и вообще, если его не понерфили, конечно, а Wargaming любит нерфить подобные танки. Спустя какое-то время, я вот просто не в курсе. В принципе, неплохая графика. Едем на закат, наверное, или что это? Да, наверное, закат. Лучи света, листья, все, да, играет, переливается. Ну, выжимает, что могут из движка, а что? В принципе, нормальненько. Еще бы общую скорость игры подняли, потому что, не знаю, как-то... Как-то, на мой взгляд, все, может, непривычно медленно, я не знаю. Вроде 40 километров танк едет, а он все равно что-то визуально. Он... Визуально у меня также Black Prince в улитках тащится. Так, ну туда ехать это вообще, туда это для тяжиков, которых у нас нету. Один я туда не поеду. Естественно, куча нубов едет на эту горку за каким-то хреном, считая, что раз туда ездят только папки.
Хотя они там стоят весь бой и ничего оттуда не делают, насколько я помню. Если им там не сделали какую-нибудь нормальную нору, откуда они смогут урон кидать. Все-таки как это непривычно и неудобно, когда маркер обнаруженного врага всегда яркий. Не только когда он у тебя на прямой видимости, а вообще всегда. Так, неизвестно, когда можно начинать его выцеливать. Бам. Вау-вау-вау-вау-вау. Тихо-тихо. Ой, это что такое? Оно. Неизвестно, что вышло из воды. Давай чучело, чудовище лохнесское, ну. О, он еще и бронированный. О! Какая бронированная танка нама. Проклятая японца сделала непробиваемый танк. На КВ-5 похож, может он в сиську бьется? А может он голдой бьется? Тогда этот бой будет чертовски неприбыльный. Блин, в маску орудия примагнитило сербо-голдовый снаряд. Мне кажется, чтобы сербо-голда лучше продавалась, она еще должна быть с доводкой и до целью. Вот. Другой базар. Видите, что? Е-25 начинает выдрючивать здесь. Как-то у этих врагов здесь, у игроков картохи с боковым зрением напряженка. Они как-то, видите, не смотрят по сторонам, потому что здесь нету выделения маркеров, как в армате. Типа, раз маркер яркий, значит, вы друг друга видите. Да-да-да, и все. Меня тут на гуслю поставили, естественно. Команда хрен знает где, хрен знает, что делает. Она на этой горе стоят. И что вот они стоят? Ну и где? Ну что? Ну кто-нибудь-то чем-нибудь вообще помогает мне? Нет? Конечно, нет. Главное залезть на гору. А то, что там делать нехрен, это уже не важно. Мы ж в царя горы играем. Вот, прекрасно сыграл, чувак. Ну, проанализируйте. Вам, чтобы стрелять оттуда, надо полностью высовываться. Вы все равно открыты. По вам точно так же стреляют, как и вы по ним. А, сюда раньше багом заезжали. Сюда раньше по камням не каждый знал, как заехать. Теперь разрабы здесь еще и дорожку для дурачков сделали. Ну, вообще молодцы. Уважаю, правильно. Оленья тропа. Надо было еще указатель поставить, желательно на русском. Олени сюда, стадо сюда. Подъемы гору. Ракета не... Ракатель надо было тенник сделать. В АФК стоит. Здесь опять очередной город Горец сражается. Со знаком неопытный водитель. Делает вид, что кого-то выцеливает. Хотя ежу понятно, что он отсюда ни хрена никого не видит. Пытается типа понтоваться, что он кому-то подсветит сейчас чего-то. Я не знаю, правда, кто должен стрелять по его засвету. Сам-то он этого делать, похоже, не собирается. Беспокойный ПТшник пытается накидывать дамаг. Пытается реализовывать свою скорострельность, что получается хреново, потому что он здесь, видимо, хорошо заметен. 44-ка продолжает уверенно ерзать на своем месте. Вы сейчас в этой горе вулкан протрете, я не знаю, своими жопами. Е-25 продолжает расстреливать весь свой боезапас, правильно? Не вести же обратно в ангар снаряды. О, настало время, 44-ка наконец-то бахнула. Наконец-то результативный выстрел с его стороны. Боже мой, это надо отпраздновать. Воодушевленный этим успехом, он решил высунуться с другой стороны, и сейчас он получит плюху. Нет, вместо него плюху получил Е-25. А 44-ка даже фраг бомбанула, ты посмотри, нифига себе. Ой. Святослав. Святослав 98-го года даже не знает до сих пор, как пишется его ник. Как пишется его имя, я даже больше скажу. А может, это родители не знали, как правильно пишется его имя? Кто-то продолжает пытаться срубить эту мельницу. И тут, опачки, сюрприз. К жопе пристроился Е-25.
И начинает реализовывать свою скорострельность. Напехивает ему, напехивает. Давай, отлично. Все, куда ты собрался? 44-ка решила щемануться, походу. Начинается эти... Шоу бы нехило, все к экранам. Сейчас мы будем ездить друг за другом 20 минут. Хренак. Смерть пришла неожиданно в задницу. Да. Это был мощнейший бой. Я даже не знаю. Все, в принципе. Это, знаете, пара боев в World of Tanks, это как картошка фри в Макдональдсе. Ты можешь съесть Биг Мак, но не наешься, пока не съешь картошку. Вот и здесь тоже два боя в картоху и наигрался. 1500 урона на китайца. Ну ничего, надеюсь, тем, кто будет фанатом картохи, понравится, когда они будут это смотреть, потому что там такие стереотипы, что ты можешь быть хоть вессерманом, но ты все равно будешь неправ, о чем бы ты ни говорил, пока ты не покажешь, как ты нагибаешь. Кто нагибает, тот и прав, даже что бы он там ни говорил. И вот он мой самый-самый первый бой на китайце в армате. Сколько тут китаезов. Нерфить пора срочно, весь рандом засрали. Пора нерфить и снимать с продажи. Хватит, я считаю. Раздали вот избранным и достаточно. Да, ну сразу видно, что по динамике здесь, в общем-то, то же самое, что и картох стайл. Точно так же танк еле-еле разгоняется. Он 37 километров. Кое-как выжил из себя. Значит, надо проверить первым делом УВН. Как тут с УВН дела обстоят. Средней степени галимости. Можно, наверное, попробовать заехать наверх. Да, конечно. Я ожидал примерно чего-то такого. Но я не думал, что настолько много будет. Не, ну правильно, что, втихую кредиты понерфили, теперь всем деньги нужны. А я говорил еще, когда делал мини-гайд на развитие базы, первым делом качайте этот... Что там эти деньги увеличивают добычу? Чтобы баблом надо запасаться. Не просто так его такими самосвалами раздавали. Так, ну чего... Ой, сведение-то какое, господи, после картофельной игры просто мана небесная, как быстро он сводится. И перезарядка 6.40. Так, ну чё, воевать-то с кем-нибудь будем, нет? Я не понимаю, кто меня светит в одни ворота. Окей, значит, туда не едем. Понятно. Вон их там трое. М60, ты уж прости. Но иди-ка ты в баню. Так. Скорпио. Умело пользуется дымами. Крайне профессионально. Он, наверное, хотел в дыму сюда проехать. Как корабли у картохи, которые это... Плывут и дымят параллельно. Он, наверное, думал, что здесь дым по такому же принципу работает. Не, я когда так в такую жопу залезу, я тоже начинаю дым во все стороны кидать. Но это уже отчаяние, там здравый смысл, он как бы выключается, поэтому кто-то говорит, что зря дым тратишь, что мне, денег что ли много стоит, пусть. Умирать так с фейерверком, я бы еще и салют выпустил, если бы был. Так, кто первый вылезет? Я пока не знаю, куда здесь пробивается китайчик. В маску бьется, он в башню бьется, не знаю, в люк на башне. Но вообще, скорее всего, он пробивается точно туда же, куда и его советские аналоги. Что премиум, что не премиум. Что там, объект 155, по-моему, да? Или как там его? Я уже запутался. Есть еще ветеран, есть тупо 62-й. Тихо. Дай ты куда-нибудь залезть. Какой тихий выстрел. Блин, пока я сюда пристраивался, он сюда пристрелялся, естественно. Ну, понятно. Ладно, стой на своем почетном месте. Тебе тут, походу, весело, классно. Да. Даже не знаю, куда податься-то бедному китаёзу. На какую плантацию? Давай, может, 62-ку вместе разберем, а? УВН! Где ты, УВН? Тут в папоротник замаскировали кочку, короче. Китаец не смог пристроиться. Да. Это все борода полная. А в башню там некуда пробивать, походу.
хоть ствол ему сломать, что ли. Не жизнь, так хоть пушку сломаю. О, еще китаец прибыл. Закам. О, опа. Цель обездвижена без дамага, обожаю. Классно. Еще давай. Ой, враг горит. Гори, моя китайская звезда. Давай. Давай, до свидания. Чё-то вспомнилось. Так, все, мы их, в принципе, по второму флангу разобрали. Пока здесь их партнеры умело заняли оборону в воде, да? В надежде на то, что кто-то не знает, что в нижний лист танки на этом уровне пробиваются абсолютно все. С брызгами, с фонтанчиками. Тихо. Давай, не в кадр только не залезь. Оказалось, рикошет. О, засыха какая-то стреляет. Ангар. Так, ну чё, кто-нибудь прикроет меня от пулеметного? Я бы в тыл вышел вот этим сбоку и успел бы еще пару раз шотнуть кого-нибудь. Да, вроде прикрывает, смотри-ка. Давай, китаёзик, поднажми. Ну подожди, что ж ты медленный-то такой? Я не знаю, они сюда свой китайский движок, походу, поставили, потому что совочек оригинальный ездит, по-моему, пободрее как-то, нет? Ну, в картохе тоже там какой-то занёрфенный движок стоит на китайце. Попали! Кстати, можно было и кумулятив включить, но что-то нет у меня к ним веры. Пробитие, кто его загуслил? Я загуслил. Даже не загуслил, а движок сломал. Это у него перед или зад? Я там что-то через листву не очень вижу. Там мальчик? Али, девочка! 2500 дамага, да! Ну, для первой катки, в принципе, пойдет, учитывая, что конкуренция среди китайцев тут вообще нереально. Вот здесь реально в боях теперь китайцев, как китайцев в Китае. Прям просто китайщина прет. Надо быстрее полную китайскую ветку вводить. Мне кажется, китайцы разбодяжат орды советских танков, которые тут тоже в рандоме обосновались. И, может быть, тогда советские танки апнут. Я думаю, их не апнут, пока на них половина рандома катает. Это не имеет смысла. Если апнешь так советские танки, они 100% рандома будет на них играть. Ну давай, показывай, что он там по лесам-то привозит. Сейчас у меня бонусы не активны, никакие, только аккаунт. Я уж не стал смотреть, сколько в картохе денег он добывается, потому что я уже не ориентируюсь там по ценам. Чё, кого, куда. Да давай, не показывай мне эти окна свои. Так, вон Карлс Мирамо. 149 тысяч за это побоище. Ну, для третьего левела, да за победу, да с премом, да после того, как кредиты занерфили, ну... Хотя вроде как сказали, что премиум техники кредиты не нерфили, а это еще первая победа была. Это X125, еще кредиты, это еще с бонусом, так что без этого было бы, ну, где-то, наверное, 1120 чистым баблом. Еще у меня плюс там база строится, а уже отстроилась 5 уровня, кредитная. Без нее было бы 100 тысяч, наверное, где-то ровно. Что-то примерно типа этого. В комментах мне начали радостно писать о том, что иди пили про него видос, он имбует. Поясните, а чем он имбует, по-вашему? Я что-то ничего имбового в нем не вижу. Да и быть тут имбового ничего не могло, потому что сейчас... Теперь этот танк, он самый массовый премиум танк в этой игре после Т-92, которого тоже бонус-кодами распространяли очень активно. Ну, я говорил, заходишь на Алиэкспресс, покупаешь резинку для волос за 1,5 рубля, тебе дают бонус-код. Потом ты отказываешься от покупки, оставляешь себе бонус-код. Что-нибудь типа этого. Вот. Так что самый массовый премиум танк, еще и халявный, он как бы не может имбовать... По определению, ни при каких обстоятельствах. И вот в этом бою уже, кстати, китайцев стало поменьше. Глядишь, наигрались. Вообще, надо будет снять видос, как сравнить этот ветеран, объект 140, оригинальную 62-ку и вот это вот. Вот этого китайца, потому что мне кажется, такое чувство, что это вообще один и тот же танк. Хотя у ветерана, видите, у него и камуфляж такой же, но у него зато бревно к жопе примотано. Это чтобы они отличались. А у плоскожопого китайца бревна нету, отломилось где-то на кочке.
Я хотел сказать, что он плоскожопый, как моя бывшая, но я уже эту шутку где-то заюзал недавно. А, в видосах про танки Чехословакии, конечно. Так, ага. О, у них ололо китайский раш по девятой линии. Это значит, что мы можем ололо рашнуть линию J, например. Но нет, конечно, мы сейчас встанем, будем плотно держать уверенно свои позиции. Че это они такие коцаны из базы едут? Таранится там, что ли, он? А, это он... Нет, вон один коцаны в натуре. Наверное, с камня упал. Ну чё, где-нибудь от башни есть варик тут потанковать немножечко, а? А, и начинается пробитие. Я смотрю, что здесь китаец тоже чуть что сразу бак критует. Опа, уже 447. Ну еще, давай, 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 давай. Есть попадание, кто бы мог подумать, балдеть. Ну и давай еще разом, где ты там? Ангар. Следующий. Сильвупле. Ой, я рикошетнул, обалдеть. Рикошеты китайцу завезли. Да, и куда его пробивать, прикажете? Что это он свою сраку тут высунул тут? Как страус голову спрятал, за этот сракотан торчит. Ну на, давай. Тебе походу нравится, слушай. Нет, нет, нет. Еще один хитрожопый китаец танкует от башни. Это уже перебор. Я потому что вылезаю намного больше, чем тупо башней. Тупо башня. Так. Ну что, серьезно, что ли? Может хотя бы в люк? Нет, в люк с такого расстояния. Тут можно даже обвешать китайца модулями на точность, все равно не попадешь. Так, понятно, тут затор, можно как-нибудь заводом объехать и в тыл выйти, если сейчас у меня 62-й не начнет по жопе стрелять, а я надеюсь, что ему не дадут этого делать. Хотя кто ему помешает? О, ну давай. Ай, хорошо. О, что-то мы слабо отъезжаем там, нет? О. Ой, это чья это тут? А почему фуга... О, ё-моё, бронебойные кончились. Чё-то я не рассчитывал, что... на такую интенсивную пальбу. Ой, ну так тоже неплохо, слушай, 250. Кстати, по дамагу, видимо, у кумулятива и бронебойки разница не особо большая. А фугасы вообще нахрен не нужны, поэтому... Фугасы надо выложить к хренам собачьим. Чё-то даже не верится, как... когда дамаг приходит. Вот эта 62-ка мне там всё просто в малину срет сейчас, честное слово. Не дает мне развернуться здесь по-нормальному. Вот кое-как на пятачке крутанулся. Это у нас что? Это у нас... Да, ну кумулятивный, еще и косой. Ну давай, быстрее, быстрее, пихай, пихай его. Ой, хорошо, на 300, давай еще. Давай быстрее своими китайскими ручонками снаряды-то подавай, подавай снаряды. Ай, собака Баскервилей, да что ж такое. Картошкины дети, что же вы не прикрываете-то ни хрена? Еще и что сломали, башню? А, это прицел. А, казённик. Время перезарядки увеличено на 7. Нашли, что попортить. Чё, гусеницы мало уже, что ли? Так, надо еще поехать. Еще в тыл зайти. Еще больше. Фигня война. Главное, маневр. Маневрируй. Давай, давай, давай. Быстрее. Что ж движок-то ему не запилить-то помощнее, а? Сисайский General Motors. Моталс. Че, с кем бодаемся? Ни с кем. Что-то вот здесь вот залагало. О, тень появилась, понятно. Кстати, а FPS 60 все равно, а что-то так дергается рывками. Да, в лобешник уже кумулятивом хрен постреляешь. Вот нахрена я, чё их не выложил, а? Вот ненавижу кумулятивы.
Типа да, дамаг, типа да, вот они тут, да. Только что-то хер поймешь, как они кого что куда пробивают. А вот мы здесь. Внезапно, внезапно пробили еще на 300. Ну, теперь он меня уже ждет. Теперь он уже на стороже. Я удивлен, что он не стреляет, правда. Ну, может, господа. Блин, дыма на танке тоже нет. Это тоже обломненько. Так, ну, на чувака, который тебя стоит и ждет, оставив тебе только кусочек торчащей башни, что-то мне подсказывает, что лучше не ехать. Надо не стесняться в боях разворачиваться, ехать куда-то обратно, менять фланги, если есть такая возможность. Я ничего плохого в этом не вижу. Я никого там не бросил. Моя команда там уверенно держит свои позиции за домами и в шкерках. Почему бы не поехать и не удивить противника, вылезя где-нибудь с другой стороны? Они тебя там не ждут. Они-то по карте видят, что от тебя след стоит вот там, на заводе. Ты просто не палишься, возможно, сидишь. А мы сейчас хренак и на остров. Правда, я борт подставляю тем, кто слева, если там кто-то вообще есть. Партизан 44. О! Какая встреча. Привет. Ау. Ну чё, куда его кумулятивом прикажете пробивать? Ладно, фугас переключиться на всякий случай на второй шот. Ай, на-не-на-не, вот это хреново. Ай, чё ж ты не сдох-то? Отлично. Еще перед тем, как подохнуть, все подвисло. Партизан, видимо, не догадается включить фугасы и добить его. Ну, 3000 дамага я, конечно, привез. Если бы я не затупил и взял побольше бронебойных снарядов, как обычно я делаю, сейчас бы я еще был жив, а вот враг мой был бы уже в ангаре. Потому что, ну, мне кажется, что вот последний выстрел, не пробитие произошло именно из-за того, что кумулятив подговнил. Хотя на этом уровне экранов еще нету, но тут сам пробой играет роль, видите. Ну, в принципе, 3000 для боя на третьем левеле, причем не высиживая дамаг в кустах, что с последним патчем, как я понял, стало проблематичнее, потому что поменяли политику засвета, пытаясь сделать игру более динамичной, что мне безусловно нравится. То есть теперь и на четвертых левелах должно стать теоретически меньше любители сидеть в кустах. Ну да, ну чё ты к нему бортом-то поворачиваешься, ты мне объяснишь. А, да он вроде ничего не делает. Офигеть, чувак уже прохавал фишку игры и на третьем левеле сидит у базы. Ну все, 2 на 6. Да, бой мы слили. Хотя кто мы? Они слили, я-то чё? Я ничего, я... Я все делал правильно, я считаю. О, партизан продолжает биться тут, давай. Вот сейчас ты умрешь, мне кажется. Ой, да ладно, сколько рикошетов, вы посмотрите. Тайп как рикошетит. О, партизан нормально сейчас его, смотрите-ка, добрал. Опять-таки, по-моему, это был не фугас, судя по скорости полета, а бронебойный. Ну что, партизан, затащишь по-братски? Вот я бы сейчас налево поехал, честно. Я бы поехал налево, его объехал. И вышел ему взад. А вы бы как сделали в данной ситуации? Тем более, что он уже был разогнавшись, он бы быстро смог совершить этот маневр. А сейчас ты едешь на ствол. Он стоит, тебя и ждет. Инфа стопроцентная, смотри. А, нет, он тоже хитрожопый, смотри-ка. Сзади, ну сзади же, ну сзади, сзади, сзади. Бум. Ну все, конечно, конечно. Уперся, давай. Развернемся, ну. У нас второй подъехал, подожди. С разных сторон, с разных. Да как там разных-то пишется? О, соображают, соображают. Смотри-ка, на третьем левеле толковые пацаны попались. А этот уже сдриснулся. Вот эта битва идет. А я понял, это уже хай-левел игроки, они просто тестят китайцев, наверное.
Если бы здесь Оленимер стоял, уже, я уверен, у них там боев, наверное, за 1000 у обоих. Ну давай, Синод, объезжай, объезжай. Базу не успел. Вот это ты зря. Вот это ты. За труп хотя бы встань тогда. Что ты стоишь? Что ты? Вот ты что, надеешься, что тебя гусля спасет, что ли? Почему ты к нему бортом стоишь? Опа. Что-то почухал. О, поджог. Ну все, отлично. Это была большая удача. Я не понимаю, правда, где у них еще. А, у них один дисконнектнутый, поэтому мы. Поэтому мы более-менее еще побеждаем в этом бою. Сейчас приедут, а у нас там на захвате фуловый стоит. Вот это будет облом. Не, не фуловый, тоже шотный. И то не добил. Ну. Даю подсказку. Вот именно для этого нужен фугасный снаряд на этом левеле. Ну, давай. Что-то не похоже, чтобы это был фугас. Ну, короче, и победа. А, да, еще ФКшника надо успеть за 2 минуты забрать. Какая тут победа? Да, случаются и такие досадные говёные вещи. О, я еще и по урону-то, оказывается, третий. Странно, вроде так нормально ёрзал. А, ну правильно, кто-то халяву разбирал же под конец. Вот, в общем-то, что можно сказать? Цели, я так понимаю, цели переплюнуть китайца из картошки. А у игры здесь не было. Цель была именно его повторить. Забалансировать его с техникой примерно тех же годов, ну или более-менее соответствующих годов, и таким образом сделать геймплей на нем абсолютно похожим. Так что если вы всегда мечтали иметь китайца, играть именно на китайца, хотя не знаю, с чего бы кому-то хотеть играть именно на нем, то, пожалуйста, до 10 января идет халявная раздача этого премиум танка. Вам надо просто зарегаться, зайти в игру и... Кто-то говорит, что скатать один бой или просто войти в игру. В общем, китайца вам дадут. Сможете хотя бы потренироваться играть на китайца, а там уже в какой-нибудь акции может и в картошке его выиграть, хотя сильно сомневаюсь. В любом случае, ссылка на игру есть под видео, ссылка на больше видео есть тоже под видео. Так что что-нибудь там жмите, что-нибудь там пишите и адьё.